Я зову тебя, дух мой, приди, и меня меж безверия найди. Крылья дай, дай радуге свет, дай душе моей новый рассвет. Я ищу тебя, дух мой, повсюду, жадно звать и желать тебя буду. Дух мой рода, из рода спустись, и внутри у меня поселись. Я сосуд души своей вымыла, и чужое добренное вылила. Я пуста, жду тебя, снизойди, и сосуд мой скорее найди. Наполняй меня сферами новыми и любовью с ее канонами, светом истины, светом знания, мудрость предков моих познания. Наполняй меня искрами светлыми и ручьями живыми, рассветами. Наполняй меня делом живым. Я пришла, я готова служить, я готова испить весь поток знаний рода, новый глоток. Я зову тебя, дух мой, приди, меж безверья меня найти. Подыми меня, исправи, да дороженьку дай в пути. Отыскать и веру, и стать, стопы гордо к земле прижать, чтоб не выстоять, чтоб насладиться и любовью страстно напиться до похмельного света внутри. Я зову тебя, дух мой, приди, снизойди, исцели тело бренное, дай мне силу рода нетленную, исцели меня от сомнения, чтоб принять судьбы становление, чтоб собрать удачу и благо, что отнято было когда-то жадной гнилью никчемной власти. Дай собрать все чувства и страсти, изобилие рода предков, оживить дух забытых куплетов. Снизойди, исцели тело бренное, да внедри меня силу нетленную. Я зову тебя, дух мой, приди, и меня меж безверья найди. Крылья дай, дай радуги свет, дай душе моей новый рассвет. Автор я. Мария Меркель, целительница души и тела.